Короче, я же думала, что я буду работать 3 дня, потому что мне Диана, сменщица моя, отдала мне смену 28-го, нужно было ее заменить. Но в итоге она вчера сама написала мне, что выйдет 28-го, и все, у меня теперь сегодня последний рабочий, крайний точнее. Хорошо, первое, хорошо выспався. О, це дуже добре. Настроение супер. Боже, Нелли посмотрела, что ты сделала, какой-то видос сделала. Я думаю, капец, это вообще трэш. Ну, с моего прошлого эфира, как я разговаривала на украинском языке, мне, конечно, его еще подтягивать и подтягивать. Миша оценил. Я видела, да, мне типа отображается, кто комментирует. Мне приходит типа уведомлением, что видео там, где вас отметили, типа оставили комментарий. Я видела. Потапайте, пожалуйста, по экранчику. И спасибо, кто уже тапает. Как ваше утро началось? Выспались все? Видно, видно, Нелли, спасибо, спасибо. Просто там показывало, что кто-то заходит на прямой эфир, и я поэтому не видела, кто тапает. И спасибо, кто-то еще тапает. Спасибо большое. Не пугай. Не-не-не, видно, видно. Спасибо тебе. Ой, вчера. Доброго ранку, дякую, дякую. Hello. Я вчера, короче, пришла после работы. А, я после работы пришла к маме, покушала. Пошла к маме, покушала. И очень сильно захотела спать. И пришла домой, легла спать. Спасибо за розочку. И пришла домой, короче, легла спать, вырубилась. Потому что еще дождь, я вчера еще под ливнем таким шла домой. Я выхожу только с квартиры мамы, ну, с дома. Вижу, идет дождь, но я понимаю, что он только начинается, но он уже именно херячит. Я понимаю, что это еще не все. А мне еще минут 5 идти. И я, короче, иду, и он все сильнее, сильнее, сильнее. Я, короче, под ливнем таким вчера шла. Он так, я пришла домой, короче, и вырубилась. Я тобою, що мною? Как у вас вчера день прошел? Как сегодня будет проходить? Что надумали? Какие планы? Делитесь, рассказывайте. А то у меня сегодня есть план.